прославляється глава Республіки Інгушетія Єлизбеку Бамадвінєвичу. Салам алейкум! Добрый вечер! Сегодня Ингушетия приветствует дорогих гостей. Люди, которые на весь мир известны, они сегодня у нас. Конечно, это на грани какой-то фантастики, но это так. Спасибо, ребята, что приехали, что показали, что подняли настроение, что посмотрели, что наш народ посмотрел на вас. Это значимо, дорого. Мы просто рады, что вы сегодня здесь. Ингушетия приветствует наших гостей. Да, у нас единственное одно условие к вам. У нас ряд условий будет, конечно, но есть одно условие. Вам в этом году 20 лет, а нам в следующем году 20 лет республике. Поэтому мы ровесники. Сегодняшний концерт – это пробный. Настоящий будет в 2012 году. 4-го июня. Поэтому я прошу ваших организаторов занести дату. Ничего не планируют на 4 июня 2012 года. Принимается. Дорогие друзья, приглашение принимается. Это для нас большая привилегия, радость, что на самый важный день для Республики Ингушетия вы пригласили в лице главы Республики хор Турецкого Москва. Спасибо. Ну, если уже Турецкий сказал, что будут, значит, все нормально. Значит, хор Турецкого вычеркнул со списка, нас и уже пригласили. Я поздравляю жителей республики с сегодняшним праздником. Он и есть праздник. И просто я не знаю, какими словами выразить свою благодарность, признание, сказать огромное спасибо вам, всем, коллективу, который поет, коллективу, который обеспечивает, что не менее, наверное, тяжкий труд, и всем моим специалистам, которые сегодня организовали концерт, ну и зрителям, которые поддерживали сегодняшний концерт. Спасибо всем. Спасибо. А теперь, дорогие друзья, слово предоставляется руководителю главы администрации президента Магомедову Яндиеву.